Большой привет, с вами снова я, Павлова Яна. Сегодня я снимаю видео «Вызов принят», но на самом деле это не так. Короче, я рисую себя закрытыми глазами. Глазами, да. Короче, поехали. Ну, для начала я сушу себе глаза, кофточку. Рост. Короче, пофиг как. Просто завяжу себе глаза, кофточку, вот так. Она серьезно не рассвечивается. Я не помню. Боже. Меня не слышно? Короче, типа, так вот я буду. Итак, я беру сейчас вот подвешиваю фломастеры. Натянула повыше себе эту фигню. И начинаю рисовать все. Но потом лица и все остальные я сделаю черный фломастер. А где он открывается? Ой, блин. Я не знаю. Вот здесь он плачет. Ну, короче, такой вот у меня сон. Губы. Нос. Такие глаза. А какой из них такой? Короче, это голубой, наверное. Так, еще раз сделаю, чтобы голову в глаз попасть. Вот так. Потом у меня волосы выглядят оба цвета. Различные. Вот отсюда из головы вроде. Вот у меня не очень длинные, чтобы сюда посмотреть вообще. Вот так вот. И тут, конечно, я хочу забрать все. Ну что ж, теперь я снимаю себе эту повязку. Что это? Что это такое, простите? Что я нарисовала? Мне кажется, у меня получилось сделать то, что я хотела. Поиздеваться над собой. В принципе, я довольна. Я идеально рисую. Ученый. Короче, да. Это было все. Надеюсь, тебе понравилось. Пока-пока.